Всем привет! Сегодня хочу показать свой лук. Это лук посажен на репку севком 6 мая. На канале есть видео, можно будет пройти посмотреть. Я оставлю ссылочку. И таким образом он выглядит на сегодняшний день. Я его еще ничем не кормила, не удобряла, еще ничего не делала, кроме как поливы. Сегодня я продернула сорняки, какие здесь вылезли. И сегодня же я его хочу подкормить. Подкармливать буду золой. Золу я сыплю, не жалея. У меня ее много. Беру золу и сыплю ее между ряди. Так, в рядок примерно 2 совка я высыпаю. Почву у нас пролили хорошо дожди. Сверху, конечно, она уже немножко подсохла, но если прорыхлить, то она еще внизу влажная. Вот. И вот таким легким движением беру лопатку и заделываю в почву. Здесь у меня посажены сорта Штутгарт Ризинг и сорт Шатана. И таким образом я заделываю. Почва у меня влажная. Затем сегодня вечером будем косить траву. И я ее подвялю, конечно, обязательно. И строго в междуряде я ее буду закладывать. Это будет своеобразная и подкормка для лука, и мульча. Лука, который вы выращиваете на головку, никогда не обрезается перо на еду, потому что если вы будете срезать перья, то у вас головка наливаться не будет. Или будет она, но очень мелкая. Вот таким образом я замульчировала лук. Это скошена подвяленная трава. Уход за луком не такой уже, знаете, сложный. Здесь для лука самое главное, чтобы почва была не кислая. Лук не переносит кислую почву. Если хотите вырастить хорошую головку лука, то почва у вас должна быть или щелочная, или слабощелочная. Иначе лук не вырастет. Или если у вас кислая почва, вы ее готовите заранее, подготавливаете грядку для лука. Или уже в любом случае при поливах, при наших поливах, при дождях все вымывается, почва закисает, ее нужно обязательно раскислять. Здесь уже каждый выбирает сам, чем он будет раскислять, или препаратами промышленными, или вот как я использую, допустим, золу. Она у меня есть в таких масштабных количествах, и я ее не жалею для лука. Это самая главная подкормка. Поливы тоже никто не отменял на стадии, как я уже говорила, формирования пера и головки. Лук очень любит хорошие поливы. Мульча здесь также используется и для питания лука, и для задержания влаги в земле. Вот такой несложный уход у меня за луком. Если вам было интересно, заходите на мой канал, подписывайтесь и всем пока!